Verdammt nochmal! Ну же, чёрт! Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Das ist er. Ciao, ciao. Генерал. О, красиво. Schön. Wirklich. Обласковец. Правда? Клянешься ли заботиться обо мне, пока смерть не разлучит нас? Дай сюда. Отдай. Черт. Хочешь поцеловать невесту? Да. Вообще, до свадьбы нельзя. Schick mir schlafen. Jawohl. Отдыхай. Я подготовлю все для церемонии. Meine Damen und Herren, wir haben ihn! Ура! Mörder, du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig bleiben! Bleib ruhig! Setz dich wieder hin! Er hat es verdient zu sterben! Ja! Это шоу. А я главный герой в черном капюшоне. Нет, нет, нет! Я сказал нет! Я имею право на общение с клиентом. Видишь? Видишь? Читай! Я имею право общаться с клиентом один на один. Хочешь, я судье позвоню? Пойдешь завтра другую работу искать? Ну что, пустишь меня повидаться с клиентом или будешь меня проверять? Что это? А ну, сними с него колпак! Шнель, мудила! Что за... Как он будет со мной говорить, если у него во рту этот кляп торчит? Мне плевать, вынимать не буду. О, господи! Дай же нам поговорить наедине! Хреново ты выглядишь. Черт! Похоже, ты при смерти. Я серьезно, видок у тебя тот еще. В общем, слушай, суд над тобой состоится через пару недель, а потом тебя собираются казнить. Этот цирк будут транслировать по всем телевизорам планеты. Чтобы подобной херни не случилось, мы вытащим тебя нафиг отсюда, вот прямо сейчас. Это дерзкий план, но тебя так плотно обложили охраной, что другого способа у нас как бы и нет. Сечешь? Ты бы знал, как мне пришлось вертеться, чтобы попасть сюда, при том, что я твой адвокат. Бесит вообще. Короче, сейчас я притворюсь, что ты на меня как будто напал. Сюда войдет ублюдочный охранник, и пока он будет тебя искать, я подкрадусь к нему сзади и воткну эту малюсенькую штуковину ему в основание черепа. Я заберу его ключи и пушку, потом выкачу тебя отсюда к лифту, замочу по пути нацистов, если они появятся. Спустимся в гараж, где Аня, Бомбата и остальные ждут нас в машине. Так, ты готов? Дурдом начинается! Твою мать! Как же больно! Ты не представляешь! Давай вынем из тебя этот гребаный кляп! Итак, на улице нас ждут погоня и пули. У них там снаружи танки, чувак. Но мы тоже припасли парочку фокусов. Попадем на улицу, справимся. Самое трудное... Спуститься в гараж. Эй,
На помощь! Откройте дверь! Этот мудак на меня напал! Сломал мне нос и бежал через ту дверь! Вон туда! Жуткий Билли! Он на свободе! Назад! Они ему помогли! Они ворвались в ту дверь и вытащили его! Это были пришельцы из космоса! Schnitt! Cut! Zimmermann, Sie haben Talent. Sie sollten zum Film gehen, bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Идиот. Обречен. Едва вошел в это здание. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich. Открывай рот. Открой. Пошире. Да, вот так. Как тебе на вкус? Как тебе на вкус? Это порох от пули, убившей твоего друга. Ну, каково это? Тебе нравится вкус? О! Слышишь? Мои штурмовики взялись за твоих друзей в гараже. Ты зануда. Я лучше пойду туда и развлекусь. Аня. Моя семья. Прошли недели. Или больше. Я угасаю. Молюсь о скором конце. За кражу и порчу частного и общественного имущества, содействие противнику, пытки, терроризм, в том числе ядерный, в стране и за рубежом, измену родине за тысячи чудовищных убийств. Вы признаны виновным, мистер Уильям Джозеф Бласковиц. Даже при моей работе я редко сталкиваюсь лицом к лицу с истинным злом. Мне жаль, что высшей мерой наказания, которую я могу вам назначить, является банальная смерть. Смерть, мистер Бласковиц. Только быстрая, легкая смерть. Пристав! Ah!
Мама. О, сынок. Я думал, что потерял тебя, мама. Что никогда тебя не увижу. О, Билли. В жизни полно сюрпризов. Одни дарят радость, другие разбивают сердце. Я был тебе нужен, но меня не было. Я бросил тебя. Было так больно, Билли. Покинув дом, ты словно вырвал мне сердце. Но невзгоды не вечны, ты ведь знаешь. Хотя каких-то не избежать. Мне пришлось остаться, чтобы ты смог уйти. И теперь ты, а не я, в беде. За меня не бойся. Мои беды позади, сынок. Я не хочу туда возвращаться. Мама, я больше не могу. Ты сильный, Билли. Мы умеем выживать. Боремся даже, когда вроде все кончено. Ты весь в меня, сынок. У меня дети, мама. Они еще не родились. Я хочу их видеть. И чтобы ты их увидела. Я скучаю. Мы будем вместе. Скоро. Осталось всего одно испытание. Пристав! Теплое одеяло снов сорвано ветром реальности. Вместе. Милый, ты разбил мне сердце. Старые немощные, обреченные.